Ну и обо всем по порядку. Сильную жару прогнозируют казахстанские синоптики. Штормовое предупреждение получили жители сразу 5 регионов страны. Сложнее всего в эти дни будет на юге. Столбики термометров днем повысятся местами до плюс 45. 3 дня будет стоять непривычно жаркая погода и на севере страны местами до 38 жары. С завтрашнего дня и до 29 июля плюс 42 обещают в Карагандинской и до 43 в Жамбылской и Алматинской областях. В южной половине Казахстана температура также будет стремительно повышаться, повышение до 41 градуса тепла.